Добрый день, дорогие любители цветов. Мы вам представим сорт Ормис Руби. Сорт у нас, почему мы выбрали этот сорт сегодня, так как сегодня жара под 40 градусов, сейчас где-то 2-3 часа дня. У нас этот сорт, как вы видите, он в полном здравии, и лепестки у него не прижались из-за солнца. Вот так вот, если жарко, другие цветки вот так вот немножко свои лепестки прижимают. А у этого, как открылся утром, так он и есть. Это сорт Хансена с призматическим глазом, со скульптурным глазом. И такой хороший гофрировка по краю. Вот. И вот этот сорт у нас выдерживает такую жару. Так как я уже говорила, не все сорта выдерживают такую нашу жару под 40, под 50 градусов днем. И таким образом некоторые сорта, вот я сегодня уже мы второй снимаем такой сорт, и пойдем по участку, где еще какие сорта. Вот сегодня у нас такая задача, вот именно показать сорта, которые выдерживают такую вот жару. И вот он за счет плотных лепестков, за счет светлого цвета, он так имеет такое вот качество, выдерживает такую жару. Всего доброго, до свидания. Пойдем к следующему сорту.